Но по месту, я так понял, пацаны, у вас там есть вопросики, да, какие-то? У нас тут есть вопросики по месту, да. Не для братана, не для братвы такая тачка. Ну да. На такой тачке в пятером пацанами можно потянуться только в гей-клуб, знаешь. Так, из того, что меня сильно заинтересовало, впервые вижу на коробке передач букву «Б». Что это значит, Александр? «Б»? Я толком не знаю, на «Д»шке всегда езжу. Это типа якобы в снегу когда-то, или буксовать, не знаю. Это типа ты залетел, разница... говорит, базара нет, выйду. Да, да. Вот. Разницы я не почувствовал ни в каком снегу. Не знаю, для чего она нужна. «Б» батарейка, думаешь? Ты чё, блядь? Книжку по логике прочитал где-то? Как в алфавите «Б» батарейка. А типа «Д» двигатель, нахуй? Да. Макс. Да. Много людей наебывают с привозом автомобилей? Конечно. Очень много людей. Я бы был одним из тех, я тебе отвечаю стопудов. И, ну, не только с привозом, и в наличии машин просто крюк, я не знаю, завалено. Я и у вас на рынке был, видел там коллекцию. И, ну, а у нас вообще это просто там... Страшно смотреть, что с машиной до этого было. На таможню приезжаешь, забираешь машину, там просто груда металлолома, и мы прикалываемся и угадываем, что это за машина была. То ли хорек, то ли автобус, то ли... Какие основные наибальческие моменты существуют? Чего нужно бояться, чего нужно опасаться? И как подстраховаться от этой ситуации? Да. Но если при заказе машины, то самая популярная — это компания, которая открылась там 3 дня назад. Легко проверить по Инстаграму. Можно у меня на YouTube-канале эти видео посмотреть. То есть обращаются ко мне мои же подписчики, говорят, можете проверить, что за компания, отправил там вот 500 тысяч или миллион, и что-то не могу дозвониться. А они мне 430 сдачи. Да, их открываешь, у них месяц назад Инстаграм завелся, месяц назад там сайт появился и так далее. Это, ну и как люди на это ведутся, смотрят объявления под заказ пути, где, например, вот такой филдер стоит за 550 и в жирной комплектации. И все визжат, о, повезло, повезло, им там фуфайку в ухо эту засовывают, что да мы тут напрямую, на прямее прямых там просто с этой Японии за 500 вам привезем вообще конфету. У меня брат работает на конвейере прям, да, Сикумоту Кирадзуки. Я с ним прямо на контакте, да. Я ему сейчас WhatsApp скину, просто ты скажи, что тебе надо, типа. Он... Там, да, залечить можно, да, конечно. Вот он там работает, там, для работников. До сих пор в 2021 году есть суки, которые просто берут бабки и вообще ничего не отправляют. Есть вообще, спокойно. Открыл компанию, дал рекламу, все, набрал, закрыл, поехал дальше. Танцев куча, поэтому машины с большими двигателями, ну как... Сейчас произошел, Макс, просто самый страшный момент, блядь, нас Рено Сандеро обогнал, нахуй. Хуже в жизни еще ничего не происходило у меня. Здесь есть подогрев стекла? Нет. Ну, это здесь будет простая комплектация. Да, да, да. Если возьмешь жирный филдер, будет вообще другое, другая машина. Ну, 1 100 000 где-то надо будет. Вот, но а это... в эксклюзиве Веста будет 950-970. Да, нет, есть такое, я согласен, что проще пойти и взять левый руль новый. Но я бы просто, я не считаю это за машину, реально. Ну, это вообще пиздец какой-то. Я себе просто купил «Ладу». У нас даже, ну, я не знаю, я домой приду, скажу даже маме, бля, я «Ладу» купил. Она скажет, ты что, блядь? Вон твои вещи. Ну, да, идет. Вон нашивка «Лада» деталь, ну, да, блядь. Вон значок с парусом. Пиздуй нахуй отсюда, ну, то есть, на всех парусах, блядь. Мы выросли вот на правом руле этой машины. То есть я даже не могу сесть за левую руль на коробке. А, так сегодня смешно, да, было. Говорит, я, говорит, никогда не знал, чтобы коробка справа была. Типа, да, механка. Я этого не понимаю. У нас даже во Владе вот эти вот парковку оплачиваешь справа. Ты... А что можно купить на 1000 йен в Японии? А, пивка можно взять. Я думаю, мы подружимся, блядь. Ну, пивка. Если вы не боитесь правого руля, хотите вот этой действительно легендарной, практичной надежности, то звоните Максиму. Нихуя себе рекламка, блядь. Неплохо ты вообще. А, так он же записывал мне, как Артем, интеграция, блядь. Так что вы понимали, Максим ни разу не ездил на таком автомобиле, и ни разу не ездил на российском, и ни разу не ездил на автомобиле, у которого под правую руку механ. Да тут вообще много чего ни разу. Ключ влево или вправо? Вправо, вправо. Да, еще поворачивайте. Там много оборотов. О. Ключ просто вот так вот. Часики. Да, она вообще нормально. Так, у нас типа эта тема, да? Бля, что педали? Я на одной ногой на две педали у меня тут. Они, да, унифицированные. Такая фишка. Так. Первую воткнул вроде. Ага. О, бля, поехала.
Как понять, когда переключать надо? Фига аппарат вообще. Сейчас передачу переключу. Блять, поздно, походу. Так, нормально. Блин, ну я снимаю шляпу. Да. Блин, вообще огонь. А нафига печка так жужжит только? А это только, это еще, блядь, не самый громкий режим, нахуй. Блин, вообще аппарат. Блин, я забываю, что передачи надо переключать. А почему тахометр какой-то странный, да? Почему тут десятки, двадцатки? Ну так придумали, круто же. Ну да. О, блин, педаль отвалилась. А нет. Не, ну с троганием у тебя уверенное вообще. Ну да, нормально. У меня первая тачка АДшечка была на палке. Но она четырьмя колесами пробуксовала. Mm-hmm. Нормально. Ну да, да? Только там сидят обычно. Бля, я не... А, поехали куда-нибудь тогда. Не, ну так нормально, то что, в принципе. Жить можно, да? Ну да. Блин, страшно только. И все, да, типа, на дорогу выйдем, кайфанешь. А что, думаешь, прям ехать туда? А чего такого-то? Бля, что-то очкуюсь. Если направо поедешь, потом наверх поднимешься, себя до этой даты довезешь. А, ну все, да, ладно. Блять, пацаны, а, все. А, тут вот эта тема, да? А, не, нихуя так не получится сделать. Да, не крути, блядь. В натуре весло вот так можно сделать. Тут вообще прям это. А руль же регулирует? Ага, хер давай. А это версия без кондиционера, я так понял, да? Это, да, это... Все, огонь! А что, нельзя вот включить, чтобы она не жужжала вот так? Можешь, вот, по центру. Ну, понятно, нет, это просто для интереса. Можно? Так, сейчас, подожди, тут опасно. А что-то руль не крутится, ебать. Так-то гидрачок-то нет никаких. А, ну ясно. Руль-то, говоришь, направо? Не крутится. Да-да-да. Блять. Как тут делать? Блять. Блять. Не волновайся. А у нас это справа же включается. А не зря батей стал в этом году. В том, точнее. В том году стал батей, в этом году уже на Жигулях лечу. Ну а что, это самая залупистская залупа, на которой ты ездил? Это вообще самый пиздец, реально. Я думаю, просто хуже не бывает. Я до этого думал, прикольно такую тачку взять, чисто просто похайповать, блин. Но сейчас понял, ничего тут прикольного. Но эмоции-то зато гораздо. Ну, эмоции, да. Ага. Я, блядь, отвечаю. Я знаю, что слева и взял все равно. Ну и что ты скажешь по этому поводу? Не знаю вообще, блин, в чем прикол. Зачем это люди делают? Сколько она стоит? 40. 40. 40, тогда, конечно, мне нечего ответить. Парируй, блядь. Не готов был к такому. Вот четырка, например, на базе девятки. Я уже так потихо разбираюсь даже. Не, на самом деле, ты вообще ничего не потерял. Да я вижу.